Так, господа, всем привет. Сегодня у нас будет технический видос. Ярик, здоров! Денис отвечает за электронную часть 2GZ. Что-то присрали-то. Ну, да, что доводить, все просто спешка. Я, короче, в клетке этой. Очень удобно. Завяли. Канаву, кто умер, рейд будет. Listen, my enemy, fuck all these souls, I keep on. Так, господа, всем привет. Сегодня у нас будет технический видос. А именно, сейчас я поеду к Вадиле Кутиле, который находится у DAF Customs. А это у нас Андрей Бережков, тот, кто варит каркас. Он помогает строить BMW E46 Барды, которая поедет в наш белорусский чемпионат, про-чемпионат. Вот, и сегодня я попытаюсь узнать у Барды, у Андрея, с чем они сталкиваются при постройке этого автомобиля. Какие есть вопросы, какие сегодня у меня будут задания. Я еду, я знаю, что у меня сейчас уже будет 100-500 заданий, куда мне надо съездить и что мне нужно забрать. В общем, весело будет, не переключайтесь. Я уже приехал, сейчас будет на меня смачная пиздюля. Смотрите. Ярик, здоров! Я же говорил. Да что вы тут робите? Давай, видь свой потенциал. Ты что такой опухший? Да я проснулся недавно. Я приеду с утра. Вот, тут уже сидуха. Вырубай эту камеру, блядь. Есть, есть, попробуй. Добре. Мысли такова. Вот эти вот движения, помочь Барде, как устроена тачка и так далее. Я хотел бы, наверное, ввести новую рубрику, посмотрим, будет это кто-то смотреть или нет, будет это интересно или нет. Всякие приколы, там, угары и так далее, ну, как обычно, нашей команды. В чем суть? Назвать эту рубрику «Смекалистый Дели», ну, такое, если согласитесь. Таких вот дели-менов на просторах Ютуба и интернетов уже овер много. А вот в автоспорт в опасности, в принципе, можно, он ведь реально в опасности. И да, я знаю, что вы скажете, у Шикова и еще у кого-то есть такая рубрика, ну сорян, автоспорт у всех опасности, поэтому в принципе каждый может обозначить свои действия именно таким словосочетанием. Значит, что будет происходить сегодня? Сегодня я попытаюсь выпытать у Андрея Дережкова, из чего состоит BMW, как он ее, если он там что-то делал, а он там что-то делал, как он это делал, почему, что, зачем, сколько что стоит, с какими трудностями можно столкнуться при постройке такого серьезного автомобиля. Поугараем с бородой и, наверное, все. Ну, я, конечно же, сниму там красивые кадры всех ништяков, чтобы было понятно, о чем идет речь. Да? А что я делаю сейчас? Сейчас я еду за коробом для аккумулятора, потому что это техническое требование. Я еду к Жене Боброву, Тандем Сервис. У него, с ним тоже о чем-нибудь побазарим. Тандем сервис. Там надо что-то забрать. Я уже забыл, что. Ну, он мне что-то даст, я вот это что-то и заберу. Там увидимся. Вот такой вот короб для аккумулятора, который нужен по техтребованиям. Я надеюсь, что он подойдет. Он всего лишь на 2 сантиметра. Нет, на 1 сантиметр больше, чем наш аккумулятор. Он вот эта вот часть, его 29, а вот это не 17, как у нашего аккумулятора, а где-то 19, что ли. То есть он будет чуть болтаться, но, наверное, должен подойти. А сейчас едем к Жене Боброву. Короче, это не все. Мужик вернулся и остановил меня. Забыл кое-что отдать. Получается, есть еще такой вот стяжной ремень. И вот такая крышка делается. Это, наверное, как-то вот так, да. Вот такая крышка. И это все стягивается ремнем. Вот теперь эта штука реально похожа на короб, а не на что-то такое.
кстати, стоит 25 рублей, на заметочку. Заехал тут на заправку, как лошар. Ну, вы понимаете, да? Когда шланг у чувака вот с этой стороны. Надо поесть. Я думаю, борода не обидится. Но когда посмотрит, обидится. Скажет, ты поехал кофе пить, да, а не запчасти забирать. В общем, мы уже приехали. Я уже приехал к Жене Боброву. Я вам хочу показать одну вещь. Вот этот перекресток с асфальта на гравийку. Именно здесь мы снимали видео с Жигой. Фан-клип. Жигули машина. На желтой Жигули она тут подлетала. И с разгона, да как уебал, она здорову. Это было именно здесь. Сейчас пойдем к Жене, посмотрим, как у него там дела. Как видите, у него тут вот там тройка Литвина, там какая-то тридцатка, там какая-то машина, здесь какая-то 36-я. Это, мне кажется, машина Паги. Но это не точно. О, на этом тракторе мы тоже что-то снимали. Мы там бухали. Трактористом Боря был. Лопали навоз вожил. Красивая машина. Здорово! Здорово. Вот я, конечно, умею заходить в определенный момент. Сейчас же они оденутся, и мы нормально поговорим. Вот, значит, Женька Бобров в одежде. Чистый. Да, чистый, с ним все хорошо. Через пару дней мы снимем с ним короткое интервью о его полезностях, что вам будет интересно знать. А я поехал отвозить вот эту вот штуку Баральде и дирижаблю. Ля-ля-ля. Как всем тебя привет, зовут? Денис. Да, Денис. Денис отвечает за электронную часть 2GZ. Да, 2GZ стоят. ТФСИ катушки, ТФСИ датчик давления масла, ТФСИ датчик температуры масла. Короче, там половина от ВАГа на самом деле. В этом моторе. Акумастер, классик. Да, этим GZ управляет. Акумастер. А сток турбо сколько будет дуть? Я не знаю, сколько будет быть по турбо. 1-3 бара будет быть, наверное. 1-3 бара. А на сколько сил? Может, каких-нибудь 300 получится. Я думаю, что может меньше. На сток турбо? Я не знаю. Я никогда не настраивал сток турбо. На сток турбо 300 сил будет, Ярик? Я же вообще... Короче, 1000. 1000 сил, да. Точно. На сток турбо. Сток, Цареграсса сток, будет, да, завидовать этой 46-й. Как челыги этой. Да, у нас будет 1000 лошадиных сил на Самсоносе, на Винтерсе, на карбоновой панели, Вася, на Вестлейке, на Тойотарсе. А на потом всех, мы проснулись. На всех понтах. Да, а потом мы проснулись, и собака обосралась. И у нас 300 сил на дизельном, на солярке. 300 сил турбо солярка, да. Да. Вы видели этот турбо самокат? Это тоже он настраивал. Там на 100 лошадиных сил с двигателем от Yamaha R1, наверное. В общем, это был Денис. Как с ним связаться, я оставлю Инстаграм здесь, потому что на данный момент я его не знаю. А мы будем помогать собирать харчалыгу. Smoke of mine, smoke of mine. Creeping up the hood, in my jam,
like Rich Farley. Drop these agents, sir, smoking up that Miley. Smoke Baka gang without them fucking Harleys. Hollow floor shouty, Charles Barkley. Riding bumping all water boys, I'm shining and I'm sparkling. Party in an incident, Tokyo, got it hit Berlin. That ain't platinum gold shit, it ain't even sterling. Вы хотели увидеть вот это? Я колочу баллон. Так у тебя прекрасно получается. Маляр от бога. Ты посмотри, ну. Еще вот с этой стороны где-то покрасить. Ярик, и с моей стороны грешок, да. Вот тут. Так выглядит, как будто так и было. 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. Всем здорово! Сегодня у нас пополнение. Мы сегодня с кем? С тем самым. С тем самым бандитом из нашей команды. Что мы сегодня делаем? А что мы сегодня делаем? Мы сегодня, да, пылесосим. Пылесосим, облегчаем багажник. Нам еще нужно поставить кардан, поставить стекла. Что еще? Да много чего. Вон, скоро поставим ручник. Хуя вот ты льешь? Блять, пол канистры нахуй мимо вылил. Блять, возьми, сделай лейку из-за той канистры.
канистры и налей нормально, блядь. Ярик, что ты делаешь? Ключу, да. Где ключи? Ты боишься не пролить? Мы прокачиваем тормоза. Пока мы ездили на базу, ребята уже выпили багажник, как в ХГКшном болиде. И вот там он сделали защиту стекла, чтобы дым не попадал. Вот так это выглядит. А сейчас мы поставим обратно нижние рычаги. Меняем все тормозные трубки, потому что какой-то чувак Ярика водилы-кутилы, депутилы, накосячил. Вот. Переснимай теперь. Короче, мы переделываем тормоза, потому что какой-то Ярик от водилы-кутилы плохо их поставил. Теперь все трубки нужно менять. Не переключайтесь. Я, короче, в клетке этой. Очень удобно, можно возить картошку, еще и девушек. У меня самое оперативное задание, как у Толика видеорегистратора. Значит, заклеивать дырки в салоне сзади, чтобы дым не попадал водителю. Это все заклеивается вот таким вот армированным скотчем. И таких дырочек здесь по всей жопе очень много. Короче, весело. Батарейка не села, не это вторая уже, мы лучше с яме нахуй заходим. Ярик, а там ты сидишь? Это для потому что неудобно, Ярик, дай мне скотч возле кутра. Целый гараж. Три Ярика нахуй, один Андрей. Канаву кто меня рыть будет? Это Влад. Решаем. Завтра. Где это? Завтра и на сутки, после суток, понедельник. Так мы, в общем, строим автомобиль. Да. Там Ярик крутит. Депутило стоит. Кто? Депутило? Депутило стоит, да, и типа руководит. Почему депутило? Потому что депутат водила кутила. Вот так. Сокращенно депутило. Завели. Ну, вроде ничего не течет. Загнали бэхочку на стенд. Сейчас будем кобылок добавлять. Искать, где потерялись. Ставим ставки, сколько крутящего. Сколько лошадей получится. Что, спецы, сток силы уже есть, 288 лошадей и 340 крутящего. Это уже радует, а мы только начали. Короче, я опоздал, но пацаны собрали тачку. Ярик, как ощущение? Пушка. Пушка? Пушка. Саня? Гонка. Ты? Гордишься? Ракета.
Короче, пока там пацаны продолжают тестировать тачку, сейчас Саня нам расскажет, что он успел сделать за вчера. Как вы помните, вчера я к нему приезжал, там работы было еще, вот. А сегодня на ней уже катаются. Саня? Ну что, ты выхлоп сварили. Еще? Ну это называется из того, что было. Там что-то было, там приемная труба была. Ну там карбон под гаражом валялся. Там. Такие детали, да? Что-то присрали-то. Ну это что доводить, все просто спешка. Максимально. При максимальной спешке слишком красиво не получается. Стараюсь сделать максимально качественно, но не очень красиво. Но это доработается. Койлы сзади поставили, настроили подвеску более-менее, начал толкаться, по крайней мере. Все течки поустреляли. Осталось. Ты еще вытащил опоры под новые коловы, да? Да, да. Ну там они, короче, все там полукастомные. Ну, с углами там. Фендера поставили, бампера? Ну, фендера, бампера это так, может быть, присрали. Это не считается. Так что... Все равно успели. Только не успели масло-кулек. Ну, масло-кулек перенести. Да? Вот сейчас гур сытся, надо с гуром разбираться. Меньше больше. Греется. Но еще сейчас оказалось, что он еще и греется. На него либо радик ставить, либо вообще мне этот Иур не очень нравится, в принципе. А чей это гур? Это стоковый? Нет, это Иур электро, это Зафир. Электродвигатель. Ну, блин. Ну, благо поехали и более-менее нормально, адекватно. Главное, что в Могилев успеваем. Ну, вроде как да, пока не хочу загадывать точно, но вроде как да. Это сегодняшний день показал то, что у нас вроде как там по мелочам поставалось, ничего серьезного не рыгает. Так что, Могилев, ждите, наверное. Точно. Не переключайся. Тесте мне надо, смотри. 3 часа ночи. Продолжаем оклейку машины. Готова только одна сторона. Почти. Денис выглядит еще бодренько.
bitch, I can't relax, I got some shit to fucking do. I'ma tell the honest truth, send a bullet to my enemy. Fuck all these hoes, I keep bumping by my own. Turned you into stepping stones.